Здравствуйте, друзья, подруги, приветствую вас на канале Reaction First Feel. Меня зовут все еще Артур, I am First Feel. Сегодня мы будем слушать прекрасный новый трек с альбома, видимо, 2007. Блять, я хуй знает, они, может, его по синглам хотят дропать стабильно. Но вот да, NK, Юник и Артем Шаловец, наши прекрасные товарищи, выпустили новый тречек «Мишель». И в прошлом я уже хвалил этих типов за вот эту вот отсылку к Backstreet Boys, вот эти Boys Band Vibe, Vibe нулевых. Мне эта музыка нравится, музыка ностальгическая, музыка, которая, ну, как бы цепляет и старую публику, которая кайфовала тогда с этих групп и с такого стайлока, и при этом новым чувакам показывает какой-то вообще иной звук, который до них был, потому что он как бы отмодифицирован, скажем так. Интересно, как звучит трек «Мишель». Давайте попробуем заценить. Prod by Vipoha. Обложка мне, кстати, нравится. Обложка реально такая прям, как будто из аниматрицы, знаете, вот такую темку, типа, вот откуда-то оттуда. Let's go чекать. Опять Юник песни пишет, смешно. Бля, эти синточки прям Timbaland вайб дают. Задняя. Спасибо, что нагрел место для ее зада. Паник, она раздевается. Снял только вверх, а я уже малышка. Она десятая. Бля, сука, что-то меня так разъебало с этого. Либо малышка, ты секси. Бля, что-то меня пиздец с этого разъебало. Опальная, я бы сказал, даже идеальная. Ощущаю свои бледные руки на твоей коже. Давай, я тоже. Впервые не хочу, купимся, хочу попозже. Не то, что не хочу попробовать. Я благодарю тебя, что до этого момента дожил. Вышли из тачки. Знакомый охранник. Нам долго ехать в лифте. Я не знаю, что сказать тебе. Лучше я засчитаю. Давай встретимся в джакузи. Чё за проходной двор, прикрой свое пусси. Артём Шиловец лучший. Сори, что порвал твои дорогие бусы. Мой бархатный голос, который раз заводит. Поцелуй на шею, это дорогой автограф. Рука сама спускается и греется о попу. Пупырышки жжёт. Я молод и уверен, мне хватит надолго. Хочу уединиться, ищу свободную комнату. Мы скроемся с тобой за стеклами тренированными. Падай ко мне, чувствуй себя разлом. Ключи на заднем подогрев. Контрацептивы в бардачке. Едем на Мерси последнем. Водил на заднее не полез. Чё, блядь? Понимает, млевень. Кто ж водила, блядь? Стегнул водильный. Диски Восон катят золотым отливом. Надпись внутри кнопки лифта. Интересный лифт. Блять, хорош, нормально подъебал. Но с рассветом солнце я тебя не увижу. Работает? Держу пари, ты реально не поймешь этого. Но будешь слушать. Альбом 2007, NK, Юник, Артём Шаловец, Горка Золотая Рекордс представляет. Бля, кстати, хотите прикол? Вот они дропают постоянно, типа, студию свою в Минске, а я там был. Типа, я там был, когда снимал видео с Пейнером, и чуваки реально просто нам дали студию, типа, для ролика. Спасибо им вообще за это. Вообще я покажу даже. Вот, типа, вот у нас два ролика, типа, ему на канал и мне на канал. И вот, типа, вот эта студия, типа. Ну, может, они переехали, конечно. И это, короче, хата чья-то. Я пиздец с этого угорел, что
Ну, типа, чуваков прям студия в квартире, знаете, давно на таких не был. Ну, трэчик пиздатый, я же говорю, он все еще, типа, в конве вот этого вот концептуального движения по ностальгическим приколам. Ну, бля, у них альбом 2007 называется, очевидно было, блядь, все это. Но... Писти, Айра, 23 катки, Лайки, Прусь. Тут много, да, треков, которые уже вышли. Прикольно, что они пытаются их разгонять отдельно, видимо, для того, чтобы все-таки зафорсить их на уровень тех треков, из-за которых они завирусились, и это прикольно. Ну, пацаны, типа, делают стилевый музон. И они сами по себе достаточно стильные, но при этом обычные белорусские парни. То есть, как бы, в момент, когда они на сцене, ты думаешь, бля, ебать, они стильные, а потом ты с ними водку бухаешь где-нибудь, блядь, в отеле, и такой, а, все нормально, это наши, блядь, все хорошо. Поэтому, блядь, буду ждать альбом. Вот альбом я точно послушаю, типа, мне интересно прям, что кого как, поэтому только вперед, пацаны, только вперед.